Во всех котельных на территории региона идут подготовительные работы к осенне-зимнему периоду. В этой связи представители Департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа совместно с сотрудниками администрации Заполярного района и Севержилкомсервиса посетили с рабочим визитом села Великовисочное и Оксино. В ходе проверки выяснилось, что в котельной номер 2 села Оксино проведен демонтаж старых котлов и подготовлены фундаменты для установки новых. Оборудование уже закуплено, в настоящее время осуществляется его доставка. Кроме того, комиссия проверила работу дизельных электростанций населенных пунктов и обследовала блочно-модульную водоподготовительную установку в селе Оксино. У нас котлы подошли, будет монтаж производиться на этой неделе или на следующей сразу. Замена идет 3 котлов на одной и на другой котельной. По более повышенной мощности, чтобы обеспечить жилые дома, соцобъекты и непосредственно спортзал. Также комиссия проинспектировала котельную номер 1 Великовисочного. В ней также проведен демонтаж изношенного оборудования и подготовлены фундаменты для установки новых котлов. Кроме того, специалисты МКУ провели подготовительные работы и осуществили демонтаж изношенного участка теплотрассы от котельной до водоподготовительной установки жилых домов. В ближайшее время котлы, трубы и другие материалы будут доставлены в Великовисочное, после чего планируется выполнить работы по прокладке подземных теплотрасс от центрального теплового колодца до зданий больницы, дома культуры, детского сада, библиотеки и двух жилых многоквартирных домов.